Согласитесь, с развитием современных технологий мы чаще начали общаться в режиме онлайн через различные мессенджеры и социальные сети. Однако особой популярностью пользуется видеосвязь через компьютер. Всем привет, с вами интернет-ресурс megaobzor.com. И сегодня мы хотели представить вашему вниманию отличного помощника, который позволяет совершать видеозвонки и общаться со своими собеседниками при помощи встроенного микрофона. Встречайте, перед вами веб-камера Trust Trino. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составлен на основе данных сервиса Яндекс.Маркет на нашем сайте megaobzor.com. Текстовый части обзора. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой. Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя саму веб-камеру и документацию. Дизайн устройства, как нам кажется, придется по душе всем. Корпус девайса выполнен из пластика. К сборке и качеству материалов у нас никаких нареканий не возникло. Все детали закреплены надежно. Спереди красуется объектив камеры, а по бокам находится микрофон. На тыльной стороне веб-камеры можно увидеть несъемный кабель для подключения к ПК. Его длины достаточно для комфортного пользования. Сверху есть функциональная кнопка управления для фото. Веб-камера закреплена на специальную поворотную площадку, позволяющую отрегулировать угол наклона как по вертикали, так и по горизонтали. Пользователям понравится гибкое крепление, которое позволяет установить веб-камеру не только на монитор, но и, к примеру, на ваш рабочий стол. 8-мегапиксельная камера снимает в разрешении HD 1280 на 720 с частотой 30 кадров в секунду. Этого, как нам кажется, более чем достаточно для того, чтобы использовать данное устройство для видеозвонков и даже проведения стримов, особенно если вы не можете позволить себе приобрести дорогостоящие решения. Микрофон показывает неплохие результаты в работе. Звук четкий, однако не хватает шумоподавления. Устройство улавливает даже звуки соседних комнат. Тестирование веб-камеры проводились в программе OBS Studio. За все время пользования у нас не появилось никаких проблем с потерей сигнала и звука. Предлагаем посмотреть пример записи видео и голоса с Trust Trino. Всем привет, с вами интернет-ресурс megaobzor.com, и мы сейчас проверяем запись звука и видео картинки с веб-камеры Trust Trino. Разговариваем обычным голосом. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Картинка немножко зернистая, но в принципе для HD качества это более чем достаточно. Можете все сами оценить. Раз, раз, два, три, четыре, пять. Раз, раз, два, три, четыре, пять. Проверка звука микрофона. Раз, два, три, раз. Попробуем немножко погромче. Раз, два, три, четыре, пять. Говорим немножко завышенным голосом. С вами интернет-ресурс megaobzor.com. Проверка работы микрофона Trust Trino. Раз, раз, два, три, раз, 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 два, три, четыре, пять. Подведем итоги по веб-камере Trust Trino. Если вы ищете для себя доступную веб-камеру с микрофоном и записью видео в HD качестве, то данная модель, как нам кажется, станет отличным помощником в ваших начинаниях. Удобное крепление и стильный дизайн позволяют вписаться в устройство в любое удобное для вас место. Микрофон показывает неплохие результаты в работе. Картинка не самая лучшая, однако этого достаточно для того, чтобы совершать видеозвонки и общаться со своими друзьями. При желании данную веб-камеру можно даже использовать для ведения различных стримов. Если говорить в целом, Trust Trino полностью оправдывает свою стоимость и сумеет привлечь внимание покупателей. С вами был интернет-ресурс megaobzor.com. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы обязательно постараемся ответить на все ваши вопросы. Всем спасибо, всем пока-пока.